мире, но для Украины этот ассортимент ограничен в связи с тем, что тут довольно тяжелые условия регистрации, проходит длительное время, чтобы зарегистрировать гибриды, поэтому в связи с этим ограничением в данный момент у нас три перца регистрации. Первый из них это перец Scrivia. Scrivia with a red color, sweet black, sweet blocky, medium compact plant. What is very good for outside and indoor cultivation. Ну, значит, этот сладкий блочного типа перец при как бы дозревании он имеет красный цвет. Растение средней компактности, поэтому рекомендуется как для тепличного выращивания, так и для открытого грунта. High yield fruit with 3 or 4 lobes, so very uniform field. Very uniform fruit with shiny red color and excellent shelf life. What is very important for even for domestic and for local market, for export market. Ну, значит, это продукты, в принципе, как бы такого блестящего красного цвета, имеют как бы в разрезе 3-4 доли. It's excellent. И имеет, ну, толстостенное, то есть, в принципе, отлично имеет, скажем так, толстостенность и твердость, что предназначено для хорошего для транспортировки качества. It have very thick wall, so the fruit when you look it is not so big, but it's 200-250 grams, what is very good for industry also and for domestic consumption. И, сам продукт он не слишком большого размера, но за счет толстой стенки он достигает массы более чем 220 грамм, поэтому как бы пригоден как для переработки, так и для свежего рынка для выращивания в домашних условиях. During the growing period it have more harvest, but normally it's moving around, of course it depends of the crop cultivation, around 80% of the fruits are first class. В зависимости, конечно, от технологии выращивания, но как бы при стандартных технологиях 80% это продукты первого класса. It's semi-vigorous. About that I mentioned, it's also for protected crop, but also for open field. It doesn't make some burnings on the fruit. Some burning. Растение предназначено как бы для и открытого, и закрытого грунта, и достаточно ответственное, что избегает солнечных ожогов. Fruit are closer to the main stem on the plant, so it doesn't break the plant. What it help very much for outside production. Для, скажем так, производства этих продуктов, этих плодов в открытом грунте, то есть плоды прикреплены достаточно близко к главному стеблю, поэтому как бы позволяет сохранить компактность растения. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.